Так, всем привет, дорогие друзья. Вот новая серия влога. Вот. К нам еще сегодня присоединился Кирилл. Вот. И также Рушан еще, как и всегда, в принципе. Вот. Потом поедем в Люберцы. Вот. Там чуть-чуть погуляем. Приедем обратно. Вот. Вот. Ну, короче, смотрите, ребят. И, может быть, что-нибудь произойдет веселого. Да, каждый день что-то веселое происходит. Да. Погодка сегодня хорошая, не холодно, не жарко. Не дай бог, за тобой собаки побегут, блин. Ты смотрел, да? Да. Что за мной собаки бегали? Да. Так, я тогда тупанул и не начал снимать видео, ребят. Я хотел начать снимать видео, вот, как я иду на заброшку опять же, вот, но потом опять же баян эта заброшка уже будет в на моем канале, и получается так, что я не захотел снимать, но желание было, вот. Я самое интересное не снял. Мне нормально, одного себя снимает и все. Кого это что, вы даже не участвуете, блин, вы всего лишь там холопчики. А я тоже хлопчик. Но повыше. Да, ростом. Хлопчик. Смотрите, ребят, со мной гномы идут. Так, вот мы, короче, уже давно вышли из магазина. Уже сходили, отдали все, что нужно. Вот. Сейчас идем посидеть на пеньке, отдохнуть чуть-чуть. Ну, как на пеньке? Пенек убрали, так что мы просто постоим. Вот. Короче, вот так вот, да. Игорь забыл, когда мы вышли из дикции, снять. А сколько пакеты-то были в руках, в один пакетик? Чё, расскажете, ребят? Чё? Да, кстати, ребят, мне скоро этот должен... апельсины сплавил в общежитии. Да, мы хотели, кстати, апельсины раздать бездомным. Вот, у нас было там 2 апельсина, что ли. Вот, мы хотели их раздать бездомным. Вот, и Рушан взял и оставил там их около общежития. А чё, общежитие — это не дом. Это многокомнатная квартира, да? Да. Общежитие это многокомнатная квартира. Ну вот, короче, ребят, я себе уже давно заказал моноплот. Он должен скоро по плану прийти. Вот, может быть, я вам уже рассказывал. Вот, по плану, да, Рушан прав, должен по плану должен уже скоро прийти. Я читал отзывы. Вот, там было много отзывов. Все пишут, что очень быстро пришло. Хорошая качество товара. Вот, ну, я хрен его знает. Кстати, да, ребят, я хотел с вами поговорить на одну тему. Вы смотрите, вот, многие смотрят мои видео, да? Вот, на канале только 15 подписчиков. Ребят, не надо так. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Мне просто хочется побольше подписчиков. Даже не для того, чтобы зарабатывать деньги. Мне просто хочется, чтобы меня смотрело больше людей. Деньги для меня не важны. Чё ты ржёшь? Знаешь, когда уже будет 1 000 000 подписчиков, так, ребята, сколько там денег-то? Вот вам, ребята, раздаю. Так, ребят, вот мы уже чуть-чуть посидели, вот, отдохнули. Сейчас идем обратно до меня, поскольку я забыл взять колонку сразу же из дома. 2 раза забыл взять колонку. И теперь вот я иду сейчас за колонкой, поскольку мне хочется громкую музыку слушать. Мне просто хочется разорвать всю свою колонку от ее мощности. Вон там мы сидели. Кстати, ребят, смотрите, вот на видео, да, вы видите качество не то, которое у меня на телефоне. Я не знаю, с чем это связано, но на телефоне у меня качество хорошее, да. Вот, снимаю 720p, вот, качество 720, и на YouTube почему-то портится качество. Я не знаю, с чем это связано, напишите, ребят, с чем это связано. Вот, я попробую решить эту проблему. Вот, поскольку меня уже бесит то, что... Я постоянно снимаю видео, вот, когда я смотрю их на телефоне, они в 720, вот, а когда я включаю видео на YouTube, да, допустим, которое я уже залил, да, то у меня сразу качество портится, поскольку, блин, YouTube что-то получается делает. Итак, ребят, вот мы уже приехали в Люберцы, вот, сейчас мы идем на другую сторону Люберец,
Вот, поскольку нам нужно туда, чтобы зайти в МВидео. Вот. Здесь очень скользко все. Вот. И прям пипец. Я не люблю зиму за то, что здесь везде скользко. А так я обожаю зиму. Только один минус только вот, который я уже произнес. Из-за того, что скользко. Самый пиздатый праздник в новом году — это Новый год. И мой день рождения. Да. И PS4, ебаный рот. Не, PS5 лучше. PS5, который нету. А по плану в следующем году... Смотрите, ребят. Огурец. И валерьянка. Это не валерьянка. Это не кэпчик. Это не кэпчик. Кэпчик. Это пэрчик. Блять, помнишь, ты рисовал, короче, пэрчик. Пэрчик? Ты, короче, сидишь... До сих пор в альбомчике есть. Чё ты там рисуешь, и там бац, пэрчик появился. Пэрчик. Да. Пэрчик. Все же знают такой мод Бпан. Это не мод, долбоёб. Ну, это мода. Это мода Бпанист. Бпанист. Тихо, я сейчас проедусь. Все, давайте мы сначала чуть-чуть пройдемся, но мы будем снимать тогда, когда мы дойдем до МВидео. Всем до свидания, ребят. Итак, вот мы, короче, уже вышли из магазина. Там не было МВидео, мы его не нашли. Вот. Зато Кирилл, короче, вот эта вот персона. Вот. Короче, взял и каким-то образом, скажем так, свистанул вот это. Ребят, это просто жесть. Такую машинку свистанул. Мустанг. Мустанг. Ну вот, короче, ребят. Видишь, вот, смотри, вот здесь вот ладно, херня. Я просто так. Так, сейчас нам через дорогу надо перейти. И во двора. И во двора, да. И пойдем, короче, на станцию, поскольку мы уже поедем обратно. Вот, и там уже решим, куда идти и что делать. Вот, ладно, давайте, ребят. Чувак, боимся через секунду. Так, ребят, вот мы уже на станции, зашли по пути в несколько магазинов. Вот, пошли. Слышь, этот дебил собирается через 40 минут. Пошли, придурок. Я сейчас тащу, пошли. Вот, все, ребят, мы заходим. Рушан не хочет идти вообще. Все, мы зашли. Тут последний вагон. Скажи всем своего пути. Едем сейчас. Вот вы долбоебы. Ладно. Гол на следующий. В 16 минут, придурки, блядь. Хер ли вы делаете, два дебила, а? Зацеп. Вы два дебила, что вы делаете, а? Вот ты, урод, из-за тебя. Ай. Боль. Ладно, ребят, будем ждать следующую. Итак, ребят, вот мы сейчас, короче, пришли в подъезд. Нам включили свет. Только что мы были в темноте. Нам помогал только фонарик. Вот. Мы играли с тенями всякими. Вот. Ну, короче, музыка меня мог заблокировать. Ну вот, короче, ребят, сейчас мы собираемся идти по домам. Вот, и Кирилл мне даст свою колонку, я ее буду чинить. Вот, сейчас птит меня слишком чинить. Ладно, ребят. Стой, дай я тебе твой вот снимать. Так, ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пока. Ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.